Заправка к салату. Столовая ложка горчицы, столовая ложка лимона, та, что соленая, и оливковое масло. Можно вместо лимонной приправы брать сок лимона, столовую ложку, и меда. И оливковым маслом заливать, растительным. Орехов кедровых немного к салату. И заправка эта. Мешать буду на столе, чтобы огурцы с клубникой не потекли. Вкусно. Приятного аппетита. Всем привет. Сегодня жарю киту. Она уже у меня нарезана. Промываю и солю. Чем солить, высушиваю полотенцем бумажным. Просушила рыбу, теперь ее солю. Солю обильно и даю 15 минут постоять. Тогда рыба, когда заранее посолена, она не разваливается при жарке. Перчу рыбу. Обваливаю рыбу в муке. Вот она у меня полежала. И в раскаленное масло кладу. Жарится. Чтобы рыба не пахла, чтобы в доме не пахло жареной рыбой, кусочки картошки кладу вместе с жареной рыбой. Тогда не будет пахнуть. Так, салат к рыбе. Клубника. Сейчас клубника идет. Часто бывает кислая клубника. В салат. Очень вкусно клубника в салат. Клубника хорошо сочетается и с сыром. Огурцы. Шпинат. Листья шпината. И клубника. Именно зелененькая, такая кисленькая. Это будет вкусно. Огурчики тоненько порезанные. Заправка к салату. Столовая ложка горчицы, столовая ложка лимона, та, что соленая, и оливковое масло. Орехов кедровых немного к салату. И заправка эта. Мешать буду на столе, чтобы огурцы с клубникой не потекли. Потом всегда запекаю помидоры. Помидоры в запеченном виде, они более полезны, в приготовленном. Ликопин. Самое большое количество ликопина защищает нашу кожу от пигментных пятен, от сгорания. Самая лучшая защита. Конечно, СПФ никто не отменял, но это защита изнутри. Но это еще и вкусно. Разрезаю пополам помидоры, солю. Чеснок давлю, можно не давить. Оливковое масло в духовку на 30 минут. С помидорами я еще и чеснок. Жарю, он мягенький такой. Салатик. Картошка. Салат мешаю уже на столе. Помидорка. Картошка. Картошку просто отвариваю, не заправляю ни маслом, ничем. Здесь достаточно всего вкусного. Еще люблю кимчи. Картошку, не картошку, рыбу покрываю соусом кимчи. Этот соус покупаем в красной рыбе. Я прямо так чуть-чуть этим поливаю. Ну, все можно есть. Кимчи. Вкусно. Приятного аппетита. Всем пока.